В Аргентине на речном пляже в городе Росарио пираньи напали на людей. Хищные рыбы покусали порядка 70 человек. Агрессивное поведение хищниц вызвало сильнейшая жара. Сейчас температура воздуха в этих местах доходит до 40 градусов. Власти призывают население страны не паниковать и уверяют, что подобные случаи больше не повторятся. Стая рыб возле пляжа оказалась случайно.